к философии буддизма как отношусь? За вопрос наблюдения за собой отстраненный. Что скажешь о медитации? Останавливать мысли в голове. Я скажу так про философию буддизма. Это такая вещь, которая несовместима с христианством. Она принципиально иная. Буддизм принципиально иной. Вот эта философия. Принципиально по-другому смотрит на мир, на самого человека, на самого себя человек вот в буддизме смотрит принципиально иначе. Иначе видит свои цели, иначе все, вообще все по-другому, принципиально по-другому. Вот это на таком фундаментальном уровне. Поэтому, если мы, например, с буддистами сойдемся, скажем, в том, что нельзя, например, убивать, нельзя воровать, нельзя обманывать и нужно почитать родителей, то это только вот случайно, так сказать, просто пересечение на какой-то периферии, а в сущности это совершенно разные вещи. Вот. Что касается медитации, останавливать мысли в голове, ну это да, это буддийская такая практика, вообще медитация, она свойственна именно буддизму. Вот. Опять же, заниматься такой практикой православному христианину, я не думаю, что это полезно. Я думаю, что это будет противоречить нашей христианской духовной практике. Поэтому тут либо то, либо то, мне кажется, так надо выбирать.